Новейшая система ПВО запустила на охрану неба над белорусской атомной станцией. Полк, дислоцирующийся в Островецком районе, получил на вооружение батарею комплекса ТОР-М2. Товарищ министр обороны Республики Беларусь, гвардии старший отличий для получения ключей формуляра прибыл. Ключи и документы командирам передал министр обороны. Это модификация зенитно-ракетного комплекса, самое современное. Решение о закупке техники принято 6 лет назад, и нынешняя партия – пятая, вставшая на боевое дежурство в нашей стране. Торы позволят полностью контролировать небо в районе АЭС. Дальность поражения до 15 километров. Вооружение может эффективно противостоять любым целям, в том числе высокоточному оружию, крылатым ракетам, беспилотникам. Этот комплекс по помехозащищенности, по направлению маневренности, мобильности, по направлению многоканальности, по поражению малозаметных целей, по спектру высот и скоростей, на которых он может поражать эти цели, он является, ну, наиболее эффективным в мире, пожалуй. Комплекс показывает себя отлично на всех учениях, на которых он принимал участие. В следующем году этот дивизион примет участие в учении на полигоне Ашулук в Астраханской области России. Для поражения выберут самые маневренные и скоростные цели.